Аномальная погода во Владивостоке 17 декабря 2019 года. Температура за бортом плюс 6 градусов. Все растаяло, весь снег растаял. На улице очень тепло, лужи. Мы движемся сейчас по одной из центральных улиц. Это улица Спортивная, которая плавно переходит на улицу Калинина. Это светофор пешеходный. Автобусная остановка Владивостока. Как обычно, пробки. Все машины грязные, весь город грязный, чумазый. Невозможно просто находиться. Вот там продаются елки уже новогодние. Цена елки около 2000 рублей средняя. Эта дорога на тихую пошла. В общем, вот такая аномальная погода. Плюсовая температура, плюс 6. Новый год на носу. Весь снег растаял. Что будет дальше? Интересно.